Чувашия готовится к паводку. По данным синоптиков, ситуация пока серьезных опасений не вызывает. Однако готовыми нужно быть к любому развитию событий. Сейчас на крупных реках республики наблюдается так называемая зимняя межень, то есть период, когда уровень воды ниже средних значений. Кроме того, земля промерзла меньше, чем обычно, а значит, сдержит воду в случае бурного развития паводка. С другой стороны, снежный покров плотнее, чем в прошлом году, и запас воды в нем выше. Больше всего опасений, как всегда, у специалистов вызывает Алаторский район, по территории которого протекает река Сура. По прогнозу нашего гидромета, ожидаем начала паводка. Первая декада апреля – это от 4 до 8 числа. При неблагоприятном развитии паводковой обстановки в текущем году у нас 57 населенных пунктов попадают под зону потопления в 17 муниципальных образованиях. В пределах 1600 жилых домов, население 3500. В республике уже подготовлены 23 пункта временного размещения. Их развернут в случае необходимости. Глава республики Михаил Игнатьев подчеркнул, все подготовительные мероприятия должны быть выполнены своевременно, чтобы минимизировать негативные последствия паводка.